Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Какие снасти потребуются для ловли леща на водохранилище или реке с большой глубиной зимой? Для зимней ловли больше подходит удочка с рукоятью. Потребуется и большая по размеру катушка, потому что ей быстрее сматывается или наматывается леска, что очень удобно при опускании и поднимании мормышки с 8-метровой глубины, к примеру. На леща вполне хватит лески диаметром от 15 до 20 мм и длиной от 25 до 30 метров. Кивок на леща лучше применять пластинчатый, изготовленный из целлулоида или металла, с возможностью регулирования длины и длиной более 10 см. Мормышки на леща зимой используются разные по цвету, форме, но обязательно крупнее и тяжелее, чем при ловле на небольшой глубине. К ним подсаживают мотыля, опарыш или червя. В последнее время часто ловят леща на чертика. Это специальная безмотыльная мормышка, но ее использование требует хороших навыков. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всего вам доброго!